вообще у нас мы собираемся в поддержку Сергея Ивановича Фургала, незаконно арестованного, и других фигурантов, которые были вместе с ним как бы подвязаны к какому-то непонятному делу, которые до сих пор не могут ничего доказать. Ну и сейчас просто идем гулять, продолжаем выражать свою позицию, что мы с этим не согласны, что мы верим в невиновность этих людей, хотим, чтобы суд был честным, открытым. Почему решили все-таки именно гулять? Ну, то есть раньше стояли просто на площади, стояли, потом расходились. Ну, раньше Комсомольская площадь считалась таким так называемым гайд-парком, где можно прийти и выражать свою позицию по разным вопросам. Сейчас отменена, как это назвать, юрисдикция площади, как гайд-парка, перенесено это все в разные другие районы. Ну, так как это не гайд-парк, мы просто гуляем, просто собираемся, встречаемся. Точно так же обсуждаем, обмениваемся мнениями. Вот пока идете, гуляете, люди обращают внимание, что-то говорят? Есть обращают внимание, есть спрашивают, есть с транспорта сигналят, некоторые машут. У нас есть одна бабушка наша, любимая наша Анна Карповна, нас всегда встречает, флагом приветствует. Мы ее приветствуем, она поддерживает нас до сих пор. Так что есть. Я думаю, что люди просто знают, видят, и это уже хорошо.